Друзья дорогие, я вас приветствую. Приветствую с Калифорнии. Это Калифорния, еду по пятерке, значит, на север. Скоро будет Орегон. Ну как скоро? Через пару часов, 2-3 часа, я думаю. И будет Орегон. Значит, жарко. Жарко, 89 градусов по Фаренгейту. Но это почти 30 с копейками. 30 с копейками по Цельсию. Значит, друзья, я все планирую, никак у меня нет времени. Работаю. Работаю допоздна, до темна еду, потом сон, потом разгрузка, перегрузка. Все, хочу сделать видео про рыбалку, слепить. Есть несколько записей, видеофайлов. Ну, я надеюсь, даст Бог, сделаю, будет время у меня. Может, домой вернусь. Или у меня будет время больше, так сказать, когда остановлюсь на отдых вечером. Ночью. Значит, красота. Тут, смотрите, цветы такие, розы или цветы такие вот на разделяющей полосе, разделяющей движение. Туда и обратно. Вот такие цветы тут растут красивые. Друзья, я хотел поделиться, кратко поделиться впечатлением и порекомендовать вам впечатлением от книги. Значит, прослушал аудиокнигу одного брата, бывшего мусульманина. Я впечатлен величием Божиим, насколько Господь наш благ и одинаков ко всем, абсолютно ко всем людям одинаково относится, одинаково любит всех и дорожит всеми. И действительно, как сказано, что человек в любом народе, любящий его и ищущий его, угоден ему и поступающий по правде. И вот это свидетельство, пример тому, как человек, выросший в мусульманской семье, воспитанный со всеми обычаями ислама, так сказать, серьезно воспитанный, серьезно, так сказать, впитавший ислам, с детства, с пеленок, можно сказать, искал Господа, и Господь его нашел, Господь его привел. Слава ему благословенному. Друзья, я вот здесь, под этим видео, скину, оставлю ссылку. Так что найдите время, прослушайте. Там вас слушать нужно. У меня как раз было время. Дорога дальняя была до Лос-Анджелеса и назад. И вот я буквально, может, час назад закончил слушать эту книгу. И хочу вам порекомендовать. Найдите время, особенно те, кто дома находится, никуда не спешит. Есть время послушать, не пожалеете. И это будет просто для вас уже ободрением. И вы прославите Господа Иисуса, насколько Он благ и милостив к нам, людям. Ко всем людям, подчеркиваю. Людям всех народов, всех религий, я даже так скажу. Бог милостивый и спасает из всех, так сказать, участков или мест, куда человек не попал. Куда Господь его не поставил, в какой-то народ, в какую-то религию. Но если человек ищет Господа, Господь его приведет и укажет ему на путь спасения, который есть лишь во Христе Иисусе. Поэтому благослови вас Господь, друзья, найти время для прослушивания этой аудиокниги. Я уверен, вы получите благословение для себя. И тем более, это поможет вам в общении, возможно, с друзьями, мусульманами, соседями, соработниками, чтобы и им рассказать о Христе, и им указать на этот путь спасения. Благословение вам, друзья. Вот такая вот Калифорния. Солнечно и жарко сегодня. Все, с Господом.